номер 293 имени Александра Трифоновича Твардовского. Охрименко Алина, ученица 8 класса, партизанам Смоленщины. Ой, родная, отцовская, что на свете одна сторона приднепровская, смоленская сторона. Здравствуй! Слово не выдавить, край в ночи без огня. Ты как будто за 39 земель от меня. За высокую кручью, за чужую заставую, за немецкой колючую проволокой ржавую. И поля твои мечены рытым знаком войны, города покалечены, снесены, сожжены. И над старыми трактами тянет с ветром чужим, не дымком наших тракторов, вонью вражьих машин. И весна деревенская не красна, не шумна, песня на поле женская, край пройди, не слышна. Ой, родная, смоленская моя сторона, ты, огнем опаленная до великой черты, ты, за фронтом плененная, оскорбленная, ты никогда еще ранее даже мне не была так больна, так мила до рыдания. Я б вовеки грабителям не простил бы твоим, что они тебя видели вражьим оком пустым, что земли твоей на ноги зацепили себе, что руками погаными прикоснулись к тебе, что уродливым именем заменили твое, что в Днепре твоем вымыли воровское тряпье, что прошлись, а где по двору, мимо окон твоих, той походкою подлою, что у них, у одних. Сторона моя милая, ты ль в такую весну под неволей постылую присмиреешь в плену? Ты ль березой подрубленной будешь никнуть в слезах над судьбою загубленной, над могилой неубранной, позабытой в лесах? Нет, твой враг не похвалится тыловой тишиной. Нет, не только страдалицей ты встаешь предо мной. Земляная, колхозная, гордой чести верна, партизанская, грозная сторона. Знай, убийца без совести, вор, ограбивший дом. По старинной пословице, не хозяин ты в нем. За починками, глинками и везде, где не есть, под тайными тропинками ходит зоркая месть. Ходит, в цепи смыкается, обложила весь край, где не ждут, объявляется и карает. Карай.